Всем здравствуйте! Череда несчастий в семье Жанны Фриске, как выяснилось, не закончилась. В 2015 году всю страну потряс уход из жизни блестящей певицы Жанны Фриске. Сразу после рождения долгожданного сына Платона женщина столкнулась с онкологией. И несмотря на длительное лечение, спасти ее не удалось. Жанна не дожила до своего 41-летия всего месяц. Сегодня стало известно, что на этом в семье Фриске череда опасных болезней не закончилась. Сегодня сестра певицы Наталья начала сбор денег на лечение онкологии. Злосчастным раком заболела ее двоюродная сестра. Причем заболевание вошло в четвертую стадию, победить которую практически невозможно. Владимир Фриске рассказал, что все пребывают в шоке от печальной новости. Ему было непросто вновь узнать, что родную женщину съедает коварный рак. «Это наша девочка, она моя племянница, дочь моей единственной сестры», – заявил отец Натальи. По словам Владимира Борисовича, она тоже скончалась от онкологии, еще в 2011 году. А через год раком заболела ее дочка Таня. Жанна ей помогала, она связалась с Кобзоном, и ее начала лечить женщина, которая лечила его и вытащила Таню, отметил Фриске. Мужчина сильно расстроился, рассказывая о новой трагедии в семье. 11 лет у его племянницы была ремиссия, но теперь заболевание вернулось. Вот ни с чего рецидив пошел. Уже четвертая стадия, метастазы кругом. Она просит и кричит: «Я хочу жить», — говорит Владимир Фриске. Сложность лечения Татьяны заключается еще и в том, что женщина находится в Одессе. Родственники пока не понимают, как ей помочь, так как есть проблема в транспортировке. А медлить нельзя, ведь больной срочно нужна мощная доза химиотерапии. Будем надеяться, что объявленный сбор средств пройдет результативно и девушке удастся победить тяжелое заболевание. А у нас на этом все. Берегите себя и родных. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!